Всем привет! Сегодня буду готовить творожные кексы. Муку смешать с крахмалом, разрыхлителем и солью. Творог соединить с сахаром, ванильным сахаром, растопленным сливочным маслом и яйцами. Взбить блендером в однородную массу. Постепенно добавляя мучную смесь, замесить тесто. Разложить тесто по формочкам, заполняя 2/3 объема. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. Готовые кексы остудить. Получаются очень вкусные, ароматные кексы. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока!